Окей, вот пошла эта история. Соня, читай, давай, говори. Твоя фраза первая. Ты права. Светлую осень, крепко пахло грозами, войнами, сементом и построем. Давай сейчас попробуем делать это по столу. Как с самого начала? Давайте я раздам кому-нибудь колокольчик, мы попробуем это сделать с колокольцами и с растопом. Мама, у меня синий. Да, синий, конечно. Спасибо. Зеленый. Так, красный, желтый колокольчик кому? Давайте желтый. Давай. Мама, желтый ушел, белый. Давай. Очень нежненько получается, я забираю. У тебя не буду. Артем, у тебя самый нежный, ты будешь скучать. Значит, давай голубенький. Так, сейчас. Короче, колокольчиков меньше, а стуков больше. Тишина? Поехали, стук. Не включается никто до того момента, пока Соня не скажет свою правду. Только Егор бьет. Береги себя. Давай. Ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроем. Ты свою не оставляешь. Не получается у нас ритма, поэтому у нас будет только Егор, никаких колокольчиков, никаких этих самых.